Всем привет, мои дорогие! Решила сегодня поснимать влог. Мы сейчас ездили в Фаберлик, там я получила небольшой заказик. Я все-таки решила заказать форму для выпекания стеклянную. Мне многие девочки писали, поэтому пусть лучше дороже, но качественнее. Одну только пока заказала. Если будет нам понравится этот объем, потому что там только одного объема, я закажу еще. Мы сейчас опять на заправке, как обычно. И сейчас мы поедем в Пятерочку за продуктами, и я вам потом покажу. Потому что девочки, кстати, мне писали, что Лена, все равно показывая продукты, какие покупаешь, нам нравится, а кому не нравится, пусть проматывают. Все, заправился? Ну-ка, скажи девочкам всем привет. Здравствуйте. Тоже здрасте сказал. Как и Вадимка. Вадимка тоже что-то здравствуйте говорит. В общем, все, поехали в магазин Пятерочку. Вадимка в шапочке, у нас еще не сильно жарко. Сегодня было плюс 12, а утром было 6 градусов. Вот это телега. Пойдем фрукты сначала возьмем. Да? Давай покатай. Юр, возьми телефон у него. Он хочет катить тележку. Давай сюда. С тележкой-то. У нас бананы остались, яблоками нет. Зеленые какие-то бананы-то у нас сегодня. Гранат может взять. Гранат 229 рублей. Я не знаю, рискнуть может взять. Такое ощущение, что они еще не спелые. Для пробы возьму. Неуправляемая она? Да, ну туда, она туда. Но она скользкая. Да, вот этот такой необычный. Все возьмем. Яблочки. Да. Желтые. Решили, Вадима, будешь есть? Вадим? Да, желтые да, будешь? Я буду. Желтенькие. Да вы их вообще что-то прямо килограммами едите. Так, вот, Юр, давай вот это вот свежая курочка, вот ее взять, вот это вот взять. И филе, наверное, взять, да? А вот тут вот по акции что-то, цена вот указана. Так, давай вот курочку вот эту, наверное, какую, или эту. Какая больше нравится. Вот здесь вот я смотрю, последняя цена, крылышко, какая-то крылья куриные. Мне крылышки куриные не хочу. А вот это вот интересно, сколько стоит? Будем брать? Это грудинка, 169. 160, возьми. Хоть не две надо было. Этих взял, вот эти вот? Да. Угу. Свежее мясо, тут что, окорок свиной. Ну, наверное, за мясом мы поедем в этот магазин. А нам туда еще идет, вот в тот отдел за творогом, за сметаной. Помидоры, огурцы хочу. Вадим, хочешь? Огурчик. Да. Да. Сейчас. А то я каждый день. Да, каждый день. Ты вообще все каждый день кушаешь. Мы так хорошо кушаем и фрукты, и овощи, да? Угу. Все, давай возьмем тогда. Так, взяла огурцы. 89 рублей. Томаты вот эти вот у нас 199. А вот на ветке 219. Я вот эти взяла. Мне не больше понравились. Творог, да, творог обязательно, сметану, тележку делят. Так, сметану побольше надо. 58. 10%? Первый раз такой вижу. Я видела 15, 20, а 10% я не видела. Сок надо взять. Кирилл заказал виноградный. Я его не вижу. Вы видите, нет? Виноградный сок. Яблоко. Красавчик, кстати, вот этот вот вкусный сок очень. Возьму вот этот вот. И теперь мне надо яблоко, виноград или виноградный найти еще. Вот я его вообще не вижу.
так еще похожу, покажу вам, что у нас тут есть. Швабра тоже есть. Вот это вот надо уже будет покупать, скоро все начинает летать. Все, садимся в машину, затарились. Где-то на 3000 взяли, сказали 150, да, рублей. Спишется в следующий раз, там копятся баллы. Но надо до 30-го прийти этого месяца, чтобы списать, чтобы они не пропали, эти баллы. Да, кто? Мы едем. Нет, еще за мясом. Сейчас еще надо в Мяснов магазин, где у нас мясо хорошее продают. Так, все, мы приехали в Мяснов магазин. Сейчас я пойду куплю что-нибудь из мяса. Мы приехали домой, Вадимка там сок открывает, да? Помочь? Давай я подержу. Как мы это все понесем? Ну, Юр, ты понесешь. Так, тихонько. Опа, отодвинь. Середине. Отодвинь. Вот так. Нет, не взяла ключи. Я тебе помогу. Так, тихонько. Наклонись. Вот так вот. Молодец. Чтобы не пролить на курточку. Будешь помогать нести нам? Нет? Ну, ладно. Давай пакет не один я унесу точно. Вадимка все-таки взял коробку, но мне кажется, сейчас он все вывалит оттуда. Вадима, подними выше. Вот так, да? Вот так. Давай, мой сладкий. Иси. Я, говорит, понесу тебе коробку. Она быстрее меня заведет. Быстрее тебя заведет. Я тоже взяла пакет. Давай помогу или донесешь? Неудобно тебе ведь соком? Не могу. Смотрите, какой помощник. Молодец! Мы зашли только что домой. Сейчас я вам покажу, что мы взяли. Сейчас покажу, что мы взяли в Пятерочке. Потом еще в Магните. И еще пакет я не достала. Там у меня мясо. В Мяснов заехали. Итак. Там семечки Юра положил. Пакет отборный. Сок красавчик. Яблоко. Молоко, так, томатный кетчуп 100% натуральный, кстати, нравится нам этот. Так, здесь у нас оливковый майонез, тоже написано натуральный продукт. Так, сгущенные берега, молоко цельное, сгущенное с сахаром. Огурцы, томаты на веточке, вот эти подороже. Не знаю, почему-то они мне понравились. Я думаю, возьму их. Яблоки. У нас еще есть яблоки. Там на подоконнике. Так, дальше здесь это гранат. Взяли одну штучку. Потому что, не знаю, вдруг вкусно, невкусно. Мы как-то брали и совсем нехорошие были гранаты. Поэтому вот одну взяли. Грамм 400, наверное, весит. Виноград. Бананы. Здесь у нас грудка куриная, так, здесь голень, курица, яйцо, это Юра опять положил, так, сервелат кремлевский, колбаса, сало домашнее, творог две пачки, сметана, сыр российский, гречка, здесь у нас сахар 2 килограмма, спагетти, 2 штучки взяла, Макфа. И здесь вот торт был по акции, ну, не удержалась, взяла. Он был со скидкой, тирамису, так, легкий итальянский десерт со сливочным кремом. Ну, мне кажется, рублей на 50 ли, что ли, он дешевле был, или на 80. Я думаю, ладно, возьму, что-то сладенького тоже хочется. Ну, вот. Это вот в Пятерочке. Здесь у меня такой бардачок. Это картошку закончилось. Надо помыть сковородку. Жарились картошку. Там компот варила. Тоже весь выпили. Надо помыть. Не успела. Здесь я вот взяла в Магните. Это по акции. 50% скидка. Капучино.
я помните, как-то говорила, что я люблю капучино. Очень люблю. В этой коробочке 5 штук. И получается, что одна пачка 8 рублей. Сейчас у нас пачка, одна пачка стоит 16 рублей и 18 рублей в любом магазине. А здесь акция была по 8 рублей. 41 рубль вся пачка. Так, сейчас мясо покажу вам. А это из магазина мяснов. Здесь вот еще вот такие пачки увидела, купила. Маги на второе для жульена из курицы и грибов. Взять-то я их взяла. Домой пришла и вспомнила, что я не купила грибы. Потому что мы в этом были, в пятерочке. Там, где отдел лук, укроп и где грибы, мы быстро прошли этот отдел. Я забыла купить. Не обратила внимания и не купила. Завтра надо будет сходить. И вот здесь вот у нас свинина. Я не помню, здесь кило 700, кило 800. Несколько кусочков взяла. В общем, вот это вот у нас на 700 рублей с чем-то. 750, может быть. Это в пятерочке где-то 3000. И вот там еще взяла. В общем, около 4000 сегодня истратила. Потому что вон еще вот у меня там капучино. Ну, точно, да. 4000 истратили на еду сегодня. Сейчас я все это уберу в холодильник половину, в морозилку. И будем что-нибудь готовить вкусненькое. Не знаю, почему-то помидорки эти увидела, так понравились. Думаю, возьму. Мы даже любим просто вот разрежем напополам. Соль чуть-чуть с хлебом. Вообще вкусно. Хочу показать вам свой небольшой заказик Faberlic. Так, смотрите, это вот я младшему заказала. Это у нас легкий трикотажный джемпер с воротом поло для мальчика. Цвет красный, размер 122, 100% хлопок. Я ее уже отпарила, все, мы будем ее носить. Очень понравилось. Здесь вот вставочка такая интересная, плотная ткань. И застегивается вот здесь вот. Померили, все хорошо. А это Вадимкины игрушки. Такой наборчик купил. Так, дальше. Здесь вообще небольшой у меня заказик. Самое необходимое заказала. Так, салфетки у нас закончились. Бумажные, белые заказала. Двухслойные. 20 штук. Так, колготки. 20 ден. Это у меня цвет кофе. Вот такие колготки я заказала. Это цвет дымчатый. 40 ден. 20 ден. Цвет очень красивый, мне нравится это качество, поэтому заказываю, пока есть возможность. Так, здесь у меня носки 20 ден капроновые, еще гольфы заказала, черные капроновые, уже их ношу. Так, ручка Faberlic золотистого цвета, две штуки заказала, одну Кирилл забрал, сейчас покажу вам, очень классные ручки. И вот самое главное, я вот что заказала, это у нас форма для запекания. Мне девочки писали, Лена, закажи себе стеклянную и не будешь мучиться. Сразу видно, да, что там у вас происходит внутри. Ничего не пригорает на ней, говорят девочки. Отзывы я тоже читала, кстати, очень хорошие. Смотрите, с крышкой сразу. Естественно, крышку нельзя в духовку, да. Ну, вот просто что-то приготовили и закрыть. Вот так вот. Вот я вам покажу тут все. Форма для запекания, для приготовления в духовке. Так, здесь еще что? Так, крышку вот запрещено, да, это понятно. Так, размер. Размер без крышки 29,4 на 17,2 на 5 сантиметров. Объем 1,6 литров. Она, конечно, небольшая, но там других размеров нет. Такая только. Но я вот думаю, что может быть еще заказать. Уже заказала еще одну. Эту я, скорее всего, наверное, маме подарю. Маме подарю и еще одну заказала. Может быть, даже еще одну закажу. Ну, чтобы две было. То, мне кажется, одной мало. Так что что-нибудь приготовить, если на всю семью, там, на 2 дня сразу. Например, картошка с мясом, да, наша любимая картошка с мясом. Положили в одну и в вторую. И хватит на 2 дня. Так что вот такой вот заказик у меня небольшой. Вот ручку забыла показать. У меня есть такая, еще одну заказала. Они очень классно пишут. Стержень очень хороший. Она выдвигается вот так. Такая стильненькая, красивая. Вот он тоже сейчас с ней в школу ходит. Нравится ему.
Это бархатный чехол. Подарить даже приятно. Так, вот такой вот небольшой заказик у меня. И еще вот у меня покупки, я тоже забыла показать, это в Магните, по акции взяла тушь, помните, я рассказывала, что она мне очень сильно понравилась, это от L'Oréal, объем миллиона ресниц от Кутюр, понравилась щеточка, и я решила еще купить, сейчас на нее акция идет -40%, -40%, мой любимый лак для волос купила, эксперт укладка для волос, мегафиксация пятерочка. Я тоже про него рассказывала много раз. Очень нравится. Купила для макияжа набор спонжей. Смотрите, какие интересные, красивые. Еще не пользовалась. Цвета очень красивые. И, в общем, решила попробовать. Не знаю, хорошая, нехорошая. Открыла вот такой вот спонж. Мягкий очень. Это я сейчас записываю на другой день. Забыла доснимать и решила вот дозаписывать и вставить видео. В общем, он очень мягкий. Попробую, потестирую. Так просто красивые такие оттеночки. Они сами по себе такие красивые, да, и я решила взять. Вот, девочки, на этом сегодня все. Продолжение будет в следующем влоге.